стоять достаточно долго. Позитивный. Он мужчина. Перед женщинами тем более, как говорится, держится. Мы чуть-чуть пошутили, подняли настроение. Вот. Не унывает. Он тоже понимает о том, что это тоже есть определенная ступень жизни, которую надо перейти. Вот. Естественно, он надеется на наш самый честный, гуманный, законный суд. Ну, посмотрим, как вопрос будет решен. А так вот. Спасибо всем, кто поддерживает. Я думаю, что он это чувствует. Передает огромный-огромный всем привет, кто его знает, близким, своим родным. Вот. Естественно, однопартийцам, нашим коллегам большой привет передавал. Некоторые коллеги поддержали, передали книгу до Сан-Петербурга, передал книгу с автографом, тоже это было для него приятно. Вот, поэтому будем на многое надеяться. До этого говорилось о состоянии здоровья, самое еще. Сегодня приходил врач, врач осмотрел его, да, с такими заболеваниями, с таким диагнозом, который у него есть, врач тоже была удивлена, что он содержится в таких местах. Ну, надо же понимать, ему не 18 лет, вот, и мы понимаем о том, что нам особо он не стал жаловаться по состоянию здоровья, но визуально, я вам хочу сказать, видно, что для него это тяжело. Ну, будем еще раз говорю, надеяться на наш праведный суд, который все-таки будет руководствоваться только нормами закона. А там посмотрим. А сколько депутатов сегодня пришли? Пришло у нас 2 депутата. Вот. В принципе, дорога для всех открыта. Кто желает, тот обязательно посетит. Это дело каждого нашего коллеги, каждого депутата. Спасибо большое. Хорошо. Хорошо.